А сегодня мы вам покажем, что нужно знать, чтобы поиграть за охрану на нашем сервере. Для того, чтобы играть за охрану, вам нужно иметь хороший микрофон, знать правила сервера и быть адекватным. Зейки, здравствуйте, ваш новый командир. Сегодня у вас объявляется расстрел. Зейки, здравствуйте, ваш новый командир. Зейки уходит на обыск. Если вы вдруг зашли за КТ, и вас в начале раунда перекинуло обратно за заключенных, не беда, это особенность сервера. На нашем сервере не продаются привилегии администратора. Администрация проходит тщательный отбор и множество тестов. Примерно так проходит проверка на знание правил. Какие игровые дни есть на нашем сервере? Обман на нашем сервере разрешен? Да. Да? Нет? Когда может начинаться пассивная оборона? Пассивную оборону можно объявить через 2 минуты после начала обороны. Это лишь малая часть того, что нужно, чтобы стать младшим помощником. Поздравляем, вы сдали тест на знание правил. Охуеть, спасибо, папаша, что подарил мне этот Renault Logan черного цвета 20 века. Здравствуйте, я из компании Reflame. Трусы, носочки, туфельки. Какая-то хуйня. Как хотите.